Почему я спешно покинул заседание Украинского фронта, это вам так кажется, потому что я вас там не видел. Где все-таки Михаил Маркович? Вы знаете, кадры сказали, что я был в городе Грозном. Вы можете перепроверить, был ли я в городе Грозном. Поэтому зачем вы сейчас наводите тень на плетень, тем более, что ваша основная задача это передергивать. Я вам ответил на вашу... Почему вчера был отменен обещанный митинг после собрания? Значит, насколько вы понимаете, что... Да, насколько вы понимаете, что организацией митинга занимался не я. Поэтому я могу сказать однозначно, те митинги, в которых я участвую, я их тоже анонсирую. И в тех процессах, в которых я участвовал, я там был, и вы это фиксировали. Поэтому не надо, пожалуйста, искать черную кошку в темной комнате. Это неправильно. Какой, вам кажется, был бы...